Добрый день, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – народные сатирические пьесы, в которой мы ознакомимся с русскими народными сатирическими пьесами, узнаем их классификацию, идеи и компоненты, а также выясним, в чем была их специфика, особенность и диалектика развития. Основные моменты. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первый. Первые сформировавшиеся народные драмы. Второй. Классификация русских народных драм. Третий. Бытовые сатирические драмы. Четвертый. Героико-романтические драмы. Пятый. Особенности фольклорного театра. Происхождение народных сатирических пьес. Народные сатирические пьесы в своей основе имеют ярмарочный балаган, кукольный уличный театр и, главным образом, любительские пьесы и постановки, ежегодно устраивавшиеся ряженными перед Рождеством. Таким образом, можно считать, что их распространение было связано с принятием и утверждением христианства на Руси, хотя корни происхождения идут гораздо глубже. Первые сформировавшиеся народные драмы были созданы в XVI-XVII веках, и, как уже отмечалось выше, их формирование шло естественным путем, от простых форм к более сложным и многообразным. На основе драматических сценок, которые разыгрывались ряжеными в рождественские праздники, возникло сразу несколько сатирических драм: «Барин», «Мнимый барин», «Маврух», «Пахомушка». Первые две имеют ярко выраженную сатирическую антибарскую направленность, а в «Маврухе» в пародийном плане представлена церковная служба. Что касается «Пахомушки», то здесь в комическом освещении изображается семейно-бытовая жизнь простого крестьянина. Формирование народной драмы. Таким образом, народная драма не исчезла со временем. Некоторые из народных пьес генетически могут относиться к архаичным игрищам: «Гробокопатель», «Маврух», или к бытовым анекдотическим сказкам, например, «Барин и Афонька», «Мнимый барин», а некоторые представляют собой анекдотические истории, такие как «Доктор и больной», или вертепные представления «Царь Ирод». Кроме того, очень популярными в народе были пьесы, поставленные по сюжету определенных, особо любимых в народе песен, таких как «Ермак», «Атаман Буря», «Степан Разин», или духовных стихов «Аника Воин» и так далее. Шаг за шагом, под влиянием различных любительских и придворных, по своей сути профессиональных театров, литературы и лубочных изданий, русские народные драмы обогатились многими новыми темами, героями, а также в них постепенно совершенствовалась приводимая характеристика персонажей. Виды народной драмы. Бытовые сатирические драмы. Русские народные драмы по своему содержанию можно подразделять на две группы: бытовые сатирические и героико-романтические.
Среди народных бытовых сатирических драм особенной популярностью пользовались пьесы «Барин», «Мнимый барин», «Маврух», «Пахомушка», которые своими истоками и характером относятся к святочным и масленичным играм. В их основе лежат, как мы уже говорили, лежат старинные драматические сценки, которые разыгрывались еще ряжеными на Рождество. Пьеса «Барин». В знаменитой народной пьесе «Барин» объединились несколько сцен, разыгравшихся ряжеными и по отдельности. Изображался барский суд, покупка коня, закалывание быка. Представленный в пьесе «Барин» образ глупого и злого человека. Очевидно, что в ряде вариантов этой пьесы выражался открытый протест против крепостнического строя, рабства людей, о чем нам говорит свидетельство о бытовании пьесы «Как холопы из господ жир вытряхивают». В этой народной пьесе была изображена расправа над боярином, который отказался судить по правде и милости челобитчиков. Как результат, они избивают его, да еще грозятся утопить. Появившиеся затем лохмотники, то есть разбойники, гоняются за боярином и с возгласами: «Добрые люди, посмотрите, как холопы из господ жир вытряхивают!» Бьют его прутьями. Достается от них и купцу-грабителю. «Мнимый барин». Пьеса «Мнимый барин» носила и другие названия: «Барин и староста», «Афонька малый» и «Барин голый». Здесь речь шла о разорившемся помещике, который, тем не менее, сохранил свою привычку к роскоши и безделью. Пьеса строилась как диалог между барином и трактирщиком, барином и старостой, барином и слугой. В процессе этого разговора зритель узнает о страшном разорении в имении помещика. При этом персонажи, ведущие с барином диалог, откровенно смеются, издеваясь над ним, хотя он из-за своей глупости не понимает этого. А оказывается, что в этой деревне барина на 7 дворов остался один топор, а избы такие, что куры взлетают на крыши, а собачки бежат, в окошки глядят. В полях недород, колос от колоса не слыхать человеческого голоса. То есть деревня полностью развалена и разрушена. Хозяйство прекратило свое существование уже давно, и никакой перспективы не осталось. В одном из вариантов пьесы в заключении даже звучит высказанная вслух угроза помещику. Староста говорит ему: «Если бы была у вас, барин, петля на шее, я взял бы, да и задавил бы». «Маврух». В другой, также очень популярной пьесе «Маврух» осмеянию была подвергнута церковь и ее служители. Пьеса возникла на основе святочной игры в покойника, во время которой наряжали покойника, и ряженый поп, пародируя его отпевание, произносил совсем не святые слова. Святочная сценка в пьесе была осложнена. Отпевали не просто покойника, а героя известной песни «Мальбрук в поход собрался» Мальбрука или Мавруха. Покойник вдруг оживал, и поп вступал с ним песенный диалог. Звучала песня «Государь ты мой» Сидор Карпович. Это также была
сатирическая бытовая пьеса, высмеивающая уже религиозную власть. Пахомушка. В пьесе «Пахомушка» показана уже история другого типа. Это семейная драма, в которой изображена трагическая семейная жизнь незадачливого и непутевого Пахомушки. В ней отражено распространенное во второй половине XIX века явление отходничества. Крестьяне уходили на заработки в город, нанимались в работники. Пахомушка – один из таких вот отходников. После своей женитьбы он уходит из родной деревни на заработки и становится пастухом. Пастух из него получается очень плохой. Потом он узнает об измене своей молодой жены, возвращается в дом и расправляется с ней. Несмотря на трагизм ситуации, изображение главного героя Пахомушки и его поступков сатирическое. В этой пьесе выражается отрицательное отношение простого народа, крестьянства, к тому новому, что принес капитализм в деревню. Падение нравов, разложение патриархальных устоев семейно-бытовой жизни, обнищание крестьянства, развал семьи. Популярный репертуар. Рассмотренные нами выше сатирические пьесы представляют собой особенно популярную в свое время часть репертуара народного театра. В них есть оригинальный сюжет, устойчивый словесный текст и сложившаяся система образов. Их разыгрывание требовало от исполнителей не только перевоплощения в определенные роли актерской игры, но и сценической площадки, костюмов, то есть определенного реквизита и бутафории. Героические пьесы. Рядом с сатирическими бытовыми пьесами в народном театре исполнялись также и героические пьесы. В отличие от сатирических, которые возникали в основном на фольклорной основе, героические пьесы активно использовали как некоторые фольклорные, так и книжные источники. Классическими народными пьесами героического содержания являлись драмы «Лодка», «Царь Максимилиан» и «Как француз Москву брал». Лодка. Драма «Лодка» была одной из самых популярных пьес народного репертуара. Она была записана и под другими, не менее известными названиями. Стенька Разин, Атаман, Ермак, Шайка разбойников, Шайка, Разбойники и другие. Эти названия отражали и идейно-тематическую сущность драмы, и ее происхождение. Героями этой пьесы были разбойники. В зависимости от дальнейшего развития сюжета различались две ее редакции. В первой редакции драмы «Плывущие по Волге разбойники» во главе с атаманом, завидя помещичью усадьбу, высаживались на берег и, слыша призыв атамана «Эй, молодцы, жги, пали богатого помещика», шли жечь представляемое поместье. А в записях драмы, составляющих вторую ее редакцию, присутствует любовный сюжет. Рассказывается о любви атамана к пленнице-красавице. Идейно-тематическая направленность этих обеих редакций объясняет тот невероятно большой интерес, который вызывала пьеса у демократического зрителя. Сама пьеса, ее сюжет, была записана в Петербурге и в центральных губерниях России – Московской, Ярославской, Тверской, Владимирской.
а также на севере России, на Урале, на Дону и так далее. Эта пьеса была распространена в крестьянской среде, а затем среди солдат, рабочих и ремесленников. О формировании героика романтических драм. В отличие от бытовых сатирических пьес, русские народные героико-романтические драмы возникли и сформировались не только на фольклорной основе. Как уже было упомянуто выше, в них достаточно активно использовались песни литературного происхождения, а также народный лубок, лубочные романы и народная книга, зарисовки картинки о разбойниках, рыцарские романы. Некоторые героико-романтические пьесы известны в своем единственном варианте. Например, патриотическая пьеса о войне 1812 года «Как француз Москву брал». Но, конечно, самыми популярными были две драмы «Лодка» и «Царь Максимилиан». Злободневная тематика пьес. Появление пьесы и ее такое широкое бытование объясняется тем, что в такого рода пьесы были изображены события и герои, которые больше всего волновали зрителей и привлекали их внимание. После поражения в 17-18 веках крупных крестьянских восстаний, так называемых крестьянских бунтах, стихийная борьба народа против крепостного права продолжилась уже в форме местных бунтов и разбойничества. Надо сказать, что простой народ видел в разбойниках благородство, удаль и мужество, поскольку это ассоциировалось с благородными разбойниками указанного периода – Степаном Разиным, Емельяном Пугачевым и другими. Народ пел о них песни, создавал предания, легенды, слагал стихи. Именно такие герои-разбойники были изображены в драме «Лодка». Антибарская направленность первой редакции драмы является несомненной. Об этом говорит, например, заключительный призыв атамана разбойников спалить, то есть сжечь помещичью усадьбу. Социально острыми являются также диалоги атамана с Есаулом, в которых, например, полицейские сравнивались с чертями и червями. Сам атаман изображается в драме с большой симпатией и даже восхищением. Это образ честного, мужественного, сильного и благородного человека. Образ народного героя, русского Робина Гуда. Время создания драмы «Лодка». Когда была создана драма «Лодка»? Именно со временем знаменитых крестьянских бунтов и связывается появление этой пьесы. Со временем восстания атамана Степана Разина, тем более, что в некоторых вариантах пьесы персонаж атаман носит это имя. Но, возможно, что более аргументированным можно считать тот факт, что пьеса возникла в конце 18 века, поскольку песня «Вниз по матушке Волге», которая звучит в пьесе и без всякого сомнения является одним из ключевых компонентов сюжета пьесы, была создана во второй половине 18 века и встречается во всех записях драмы. Так или иначе, пьеса «Лодка» была создана и бытовала в богатейшем фольклорном окружении, и исполнители не могли не знать песни о бодлом атамане и его разбойниках. А также все предания, легенды и песни, которые были написаны о Степане Разине. Поэтому и произошло отождествление персонажа атамана «Лодки» с реальным историческим лицом Степаном Разиным. Заимствование мотивов и образов в пьесе «Лодка». Вместе с тем, в пьесе «Лодка» достаточно отчетливо прослеживаются литературные источники,
от лубочной литературы до классической литературы XIX века. Исследователями установлено использование драмой и целого ряда мотивов романа неизвестного русского автора «Черный гроб» или «Кровавая звезда». Кроме того, органично вошел в драму и эпизод из поэмы Пушкина «Братья-разбойники» – монолог разбойника. Таким образом, заимствование сюжетных ситуаций, мотивов, идей и образов из литературы осуществлялось с учетом народной оценки явления бунтов и разбойничества в России периода XVIII-XIX веков. Время возникновения драмы «Царь Максимилиан». Время возникновения драмы «Царь Максимилиан», как и пьесы «Лодка», 18 век. Одни исследователи относят ее появление к эпохе реформ Петра I, а другие наиболее вероятным временем ее создания считают вторую половину 18 века. Вероятнее всего, временем появления этой пьесы следует считать именно начало 18 века. Наиболее реальным поводом к ее возникновению могла служить политическая обстановка тех лет, а также конфликт между Петром I и его сыном Алексеем, поразивший воображение народа. Как и Иван Грозный, Петр I явился в глазах народа сыноубийцей. Такое событие не могло не взволновать умы людей, особенно противников жесткой политики царя. Вполне вероятно, что именно в их среде и возникла драма «Царь Максимилиан», в иносказательной форме осуждавшая царя сыноубийцу. Вместе с тем, по своему содержанию пьеса оказалась гораздо шире конкретного исторического события, поскольку была созвучной с интересами народа, что и обусловило ей долгую жизнь. История царя-сыноубийцы. Существует несколько опубликованных и рукописных вариантов драмы «Царь Максимилиан». Три версии пьесы близки к первоисточнику. В них жесткий царь-язычник Максимилиан, узнав, что сын Адольф исповедует христианскую веру, старается вернуть его в языческую веру. Три раза отказом отвечает Адольф на предложение отца, с вызовом говоря ему: «Я, ваши кумирические боги, подвергаю под свои ноги». Разгневанный царь приказывает казнить сына. Конечно, эти герои и события намекали зрителям на антихриста Петра I и истинного христианина царевича Алексея. Но идеи драмы гораздо шире. В пьесе изображается царь как деспот и тиран. Его необузданная жестокость не знает границ. Он убивает собственного сына, что в глазах народа, как и отцеубийство, не могло иметь оправдания. Образ Адольфа. Царю Максимилиану противопоставляется его сын Адольф, как честный, добрый, но достаточно твердый в своих убеждениях человек, бесстрашно идущий на казнь во имя своих идеалов. Он вызывает к себе сочувствие и симпатию. Симпатия народа к твердому и безвинному Адольфу явилась причиной возникновения второй версии пьесы, в которой этот образ был разработан в фольклорном плане. Народ сделал царевича благородным разбойником, даже атаманом, в чем исследователи не без основания видят влияние драмы «Лодка». Так, на вопрос отца, где он скитался, Адольф отвечает: «В красной лодочке катался, с разбойничками знался». Вторая версия углубляет конфликт пьесы, заостряет его в социальном плане. По этому варианту Адольф
оказывается защитником народных интересов. Тираноборческая пьеса. В третьей версии пьесы также имеются существенные изменения, однако не в трактовке каких-либо образов, а в мотивировке конфликта между отцом-тираном и сыном-праведником. Несколько абстрактный конфликт драмы «Веришь ли ты в наши кумирические боги?» здесь конкретизирован, приближен к жизни, подан в духе народной эстетики. Женитьба на царице-язычнице вызывает реальный конфликт между отцом и сыном. В одних вариантах Максимилиан сам женится на язычнице и хочет, чтобы Адольф признал брак. В других царь хочет заставить царевича жениться на язычнице, но ему не удается сделать ни того, ни другого. Таким образом, появившись как отклик на определенные политические события, драма «Царь Максимилиан» вызвала к себе большой интерес народа, как произведение тираноборческое, направленное против деспотизма, насилия, безнаказанности, что и объясняет ее популярность как в крестьянской, так и в солдатской среде, среди рабочих. Литературные заимствования в пьесе. Возникнув на основе книжных источников, пьеса «Царь Максимилиан», как и драма «Лодка», не раз затем обращалась к литературе. В ней использовано большое количество песен, романсов и стихотворений, как безвестных, так и именитых поэтов. Например, песня Адольфа «Я в пустыне удаляюсь» принадлежит перу поэтессы конца XVIII века Зубовой. Гусар в пьесе декламирует стихотворение Батюшкова «Разлука», «Гусар на саблю опираясь», и Пушкина «Гусар», «Скребницей чистил он коня». Такое использование литературных источников в пьесе было не механическим, а творческим. Исполнители, вводя литературное произведение в народную драму, изменяли его, иногда очень сильно, фольклоризировали. Так в стихотворении Пушкина «Гусар» в ряде вариантов пьесы изменился стих. Вместо «любящей, заботливой ведьмы» в стихотворении появилась традиционная фольклорная ведьма, как злобное фантастическое существо. Драма «Максимилиан» – это вершина русского народного театра. Перед нами многоперсонажная, с развитым сюжетом, сложное драматическое произведение на острую социально-политическую тему. Возникнув на стыке литературы и фольклора, пьеса воплотила в себе лучшие достижения народного театра. Время и место представления. Народные драмы исполняли в основном на святки, в некоторых районах и на Масленицу. Разыгрывались они в солдатских и фабричных казармах, в рабочих читальнях, в трактирах, на рыбацких тонях, в остроге, в учебных заведениях, в деревенских избах. Многие собиратели фольклора писали, что в деревнях доморощенные артисты ходили по домам местных чиновников, к попам, к богатым крестьянам и играли им комедии. Группа артистов из народа, ее иногда называли шайкой, подготовив постановку, отправлялась ее играть. Все участвовавшие в представлении входили в определенную заранее избу с пением какой-либо песни, затем спрашивали разрешение играть. «Не угодно ли вам, хозяин, представление посмотреть?» Хозяин, как правило, отвечал: «Милости просим» или «Добро пожаловать». Все участники представления выходили на середину избы и образовывали круг, в середине которого становились друг напротив друга атаман
и Эсаул. Место для представления. В других случаях изба, в которой будут играть, заранее не определялась. Артисты подходили к дому, где происходила, например, вечеринка. Отворяли дверь, входили в избу и освобождали место для игры. Так, например, подготавливалось место для представления сатирической пьесы «Барин». После представления играющие уходили на другую вечеринку. За вечер они таким образом обходили 3 или 4 избы. Подобное усердие объясняется тем, что за игру, конечно же, ожидалось вознаграждение. Своеобразие игры. Поскольку в Народном театре не было кулис, и участники представления все время находились перед зрителями, а иногда и среди зрителей, они стояли кругом, полукругом или углом. В связи с этим выработался определенный тип игры, жеста и манеры декламации. Например, скороход при обращении к царю выходил в круг и, повернувшись лицом к публике, независимо от того, к кому он обращается в данный момент, сильно топал ногой и вынимал саблю, одновременно выкидывая вверх правую руку с шашкой, и так начинал свой монолог. Однообразно изображались и поединки, обращения к атаману или царю. Все действующие лица говорили громко, даже кричали, четко выговаривая слова, чтобы они были слышны во всех углах помещения. Характерные особенности фольклорного театра. Особенностью фольклорного театра является несоблюдение единства места и времени действия, что вызвано условиями игры, отсутствием кулис, занавеса. Так, например, в «Царе Максимилиане» почти все действие происходило перед троном царя. Диалог царя с его сыном Адольфом, казнь последнего, рыцарские поединки, разговоры с гробокопателем и другие. В романе «Записки из мертвого дома» Достоевский достаточно подробно рассказывал о том, как заключенные готовились к представлению двух пьес, распределяли роли, подбирали реквизит, одежду, репетировали, а потом играли. Таким образом, народные сатирические пьесы ставились везде, даже в ссылке и остроге. Итак, мы изучили классификацию русских народных драм, особенности их исполнения, сюжета и композиции, а также предпосылки для их возникновения и развития в России.